Детей гастарбайтеров могут перестать принимать в детсады и школы, если их родители работают в России нелегально и не перечисляют со своей зарплаты налоги в бюджет. Такой законопроект внесен на рассмотрение Федеральную Госдуму. Предлагается давать образование детям мигрантов только в том случае, если их родители предоставят справку из налоговой инспекции о том, что они являются налоговыми резидентами и платили налоги в России в течение года до поступления ребенка в детсад или школу. По мнению депутатов, такой шаг позволит, во-первых, снять социальную напряженность, вызванную нехваткой мест в российских детсадах, во-вторых, будет стимулировать гастарбайтеров к легальному труду. По данным Федеральной миграционной службы, нелегальных мигрантов в России как минимум вдвое больше, чем легальных.